Информация от налоговиков. В 20 раз снизилось количество налоговых проверок за 5 лет. Ведомство кардинально изменило подходы к контролю за уплатой обязательных платежей в бюджет. Теперь сотрудники налоговых органов в основном работают, не выходя из кабинета. Такую возможность дает электронный документооборот. Инспектор оперативно находит ошибки, нарушения и предупреждает плательщика. Предприниматель может доплатить налоги без пени и штрафов. Снижению количества проверок поспособствовали и новый налоговый кодекс. Прогрессивных и правильных норм было заложено, и реализация вот в истекшем году, она подтверждает это. С точки зрения наполнения бюджета, значит, плановые показатели выполняются. Если говорить про контрольную работу, то она на протяжении нескольких лет в налоговой службе уже трансформируется и изменяется, но очень радикально в текущем году это произошло, потому что мы существенный акцент сделали на камеральный контроль. Эксперты отмечают, этот вариант налогового кодекса самый лояльный к бизнесу. В следующем году предприниматели будут работать по старым правилам, проиндексируют лишь некоторые налоговые ставки.